Не принимаю. Стойте! $50. Только без поцелуев и извращений. Заметано. Кладите деньги на стол. У вас ровно 10 минут. Звенит будильник. Время вышло. Ясно? Вы бы раздевались, ваше время идет. Вообще-то я не клиент. О, черт, да вы коп. Ну надо же, что хотите, тест-драйв на халяву? Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Родители жертв мастера оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. Я уже все рассказала полиции, добавить нечего. Проваливайте. Этот убийца все еще на свободе, и наверняка будут еще жертвы. Моего Джонни нет, какая хрен разница? Я понимаю, Лорен. Прекрасно вас понимаю. Правда? Вы знаете, каково это найти своего сына мертвым на пустыре? Увольте, я не верю, что вы способны меня понять, мистер Шелби! Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях. Но вы правы. Какое вам дело? Вам-то уже все равно, а? Что вы хотите знать? Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. Никогда не забуду.
Все дети вернулись домой в 5. Кроме него. А Джонни жил с вами? Да. Конечно же, он никогда не видел моих клиентов. Я хотела завязать. Но нужны были деньги. Мне так хотелось увести его из этой дыры. Хотите? Нет, я бросил. Молодец. Расскажите о Джонни. Каким он был? Джонни был таким славным. Только часто лез в драку, когда обо мне... Вы поняли? Я думаю, он понимал, что происходит. Когда вы забили тревогу? Около 8. Я заволновалась, обежала весь квартал, ходила на пустырь, где они играют, ходила к его друзьям. В полицию позвонила в 10. Время вышло, мистер Шелби. Я надеюсь, вы довольны. Проваливайте. Если вспомните что-то, любую малость, позвоните. Ну, киска, я же так соскучился. Чё тебе надо, урод? Лора, все в порядке? Да все путем! Проваливай, козел! Снова ты? Хочешь проблем, могу устроить. Я тебе сейчас мозги вышибу. Yeah!
Еще увидимся, урод! Вы в порядке? Жить буду, наверное. Кто это? Бывший клиент, придурок чертов. Совсем оборзел, я ей сказала, чтобы не приходил. Берегите себя, он ведь может вернуться. Простите, если что. Мистер Шелби? Да. Спасибо. Запрещен, сэр. Пожалуйста, отойди. Агент Норман Джейн, ФБР. Можете предъявить значок, мистер Джейн? Да. Да, конечно. Ладно, проходите. Мне нужен лейтенант Блейн. Он здесь? Я вроде бы приезжал. Он где-то здесь. Спасибо. Запись видеозаписи. Агент 47023 Норман Джейден. Вторник, 4 октября 2011 года. Время 08:14. Норман Джейден, ФБР. Заходил вам в участок с утра. Сказали, вы здесь. Если вы любитель сырости, пустырей и трупов, вы явились по... Майк, подойди, скажи этому уроду с бульдозером, чтобы заткнулся на 5 минут. Я тут тебя не слышу. Минуту, лейтенант. Ну, вы идете, Джейден? Итак, убийство? Собачник обнаружил тело мальчика примерно около 6 утра. Пока это все, что мы знаем. Но можно не сомневаться, тут поработал мастер оригами. Свидетели есть? Пока нет. Тут пустырь. Сомневаюсь, что кто-то мог что-то видеть. Где там коронер? Застрял в пробке, лейтенант. Мы ждем больше часа, черт подери. Лично жертва установлена? Нет, пока нет. Надеюсь, сегодня выясним. Причина смерти ясна?
Никаких следов насилия. Полагаю, захлебнулся, как остальные. На месте преступления много людей. Вы не боитесь, что затопчут следы? Убийцу не поймать, если сидеть на заднице. Мои ребята мастера своего дела. Не хуже снобов из ФБР. Нет, нет, конечно нет. Я не сомневаюсь. Тони, я не желаю, чтобы журналюги сували сюда свои носы. Понятно? Есть, лейтенант. Идеи уже есть? Мои люди обшаривают тут каждый сраный день. Если убийца оставил какой-то след, его не убьют. А время смерти известно? Судя по трупному окоченению, меньше 6 часов назад. Точнее, скажет коронер после осмотра. Знаете, я тут малость занят. Может, мы с вами поговорим потом? Зайдите в участок. Конечно, я понимаю. Можно я осмотрюсь? Да, пожалуйста. Эй, Джейден, сообщите мне, если что-то найдете, окей? Мы теперь напарники. УРС-запись. Интереса не представляет, принадлежит одному из полицейских. Запись. Жертва лежит на спине. Явных следов насилия. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместил ее в кулак жертвы уже после смерти. На груди жертвы лежит орхидея. Поверхностная рана на правом бедре. Судя по анализу крови, нанесена посмертно. Возможно, когда тело перетаскивали сюда. Результаты анализа крови свидетельствуют о серьезном и длительном истощении. Лицо покрыто грязью, как у других жертв. Запись. Видны следы крови на заборе за железной дорогой. Это кот жертвы. Убийца явно тащил здесь тело и отцарапал его, перебрасывая через забор.
всего, это убийца. ОРС запись. Следы шин на обочине за железнодорожным путем. Видимо, машина убийца. Полагаю, я уже нашел все, что здесь было.